Здравствуйте, с вами Платтер Шавит 13, и мы начинаем проводить очень старую древнюю игру, которая была сделана еще под MS-DOS, еще когда винды толком не было, были только MS-DOS, так скажем, системы, которая называется Chain the Raft. Это игра моего детства, я играл очень давно в нее, соответственно, ужасно давно, когда я первый раз ее играл. Еще был маленьким ребенком лет 5-6, я не помню уже сколько мне там лет было, но мало очень. Она вышла в 1997 году примерно. Ну да, примерно 5-6 лет мне и было. У меня в диск был полноценный такой еще. В свое время это была одна из самых лучших игр для меня. Я вообще не знал, как эта игра называлась, вообще ничего не разбирался. И потом я... Давайте расскажу краткую историю. Где-то в 2014 году, или 13-м, или 12-м, где-то в этих годах. Я вспомнил про некую очень старую игру, но я не помню ее название, и я рылся на разных форумах, что это за название, оставлял информацию, чтобы что там было, и одним днем один из чуваков рассказал, что это за игра, я проверил, это действительно она. Она называется Chain the Raft. Как-то расшифровывается, я не помню, возможно, будет тут монтаже это сказано. Надеюсь, она будет нормально работать при записи. То есть, соответственно, я эту игру играл последний раз года 5-6 назад, 7, ну, именно просто так играл, проностальгировать. А сейчас есть некий эмулятор, так называемый, который помог мне запустить игру на современном Windows 10, да. Ну, вроде основной все настроил, графика, конечно, примитивная, но в свое время это была одна из лучших игр. На примере того же Квека. Соревновался. В виде он половину 3D сделал, ну, 2D плюс как-то. Вот. Так что, даже когда сетевая игра поддерживалась, ну, это уже все устаревшее, не знаю как. Так что, начинаем новую игру. Я играл всегда на изи раньше. Давайте попробуем на харде. Я никогда на харде не играл. Хардкор, только хардкор. Наша разведка получила сигнал бедствия с одной из энергостанций. Последний рапорт от них содержит данные о прогрессирующем увеличении утечки электроэнергии. Ну, здесь вот такая заставочка. Как она мотается, я не помню. Первоначально это считали неисправностью основного генератора. Однако тщательное исследование показало, что все компоненты системы функционируют нормально. Постепенно утечка достигла катастрофического уровня, что вызвало полную остановку основной энергопроизводящей системы. Это очень похоже на действия тайм-страйкеров. Страйклан, наш технический консультант, разъяснит тебе подробности. В самом деле, быструю потерю энергии может объяснить появление этих существ. Основываясь на нашем опыте от предыдущих операций, мы обнаружили, что эти чудовища используют энергетические поля большой мощности для перемещения в наше измерение, в наше время. Иными словами, они могут появиться в любой точке планеты, словно из пустоты. Также мы заметили след канала времени, который появляется после прибытия таймстрайкеров. Солдаты, присутствующие при этом, описывали это как переливающийся зеленый свет сферической формы. Пока что это вся информация, известная нам о противнике. Тебя высадят в области склада энергостанции. Он окружен большими конструкциями со всех сторон и является самым безопасным местом для твоей высадки. Генератор основной секции энергостанции полностью вышел из строя. Станция скудно освещается за счет резервных генераторов. Твое основное задание – достичь ветряных турбин энергостанции и включить их как источник дополнительной энергии. После этого иди на вертолетную площадку, где тебя подберут. Тут еще все на русском, как видите. Конечно, привод. Перевод. Кстати, себя лучше, но изначально было на английском. Тут даже кто-то перевел на русский текст, блин, и озвучка даже какая-то есть. Ну, кривоватая, но хотя понятно, о чем вообще речь. Как я раньше вообще на английском играл, на русском вообще не было. Вот. С тех пор, как мы получили сигнал о бедствии, прошло время. Таймстрайкеры, возможно, достигли ветряных генераторов. Старайся быть максимально внимательным. Любая новая информация об этих существах чрезвычайно полезна. Желаю удачи. Готовься, ты отправляешься. Немедленно. Вот. Изначально вот такая вот начало, которое расскажет, о чем что-то происходит. Сейчас я перезапущу игру, потому что отправить все записывается нормально. Ну, все, я проверил, все нормально записывается. Все, я проверил. Ну нахер. Естественно.
Это можно перемотать теперь. Короче, зачем некий тайный, так скажем, агент или типа этого, который борется с паранормальной херней всякой, которая тут происходит. Так скажем, некие там стракеры, некие чудовища, существа, которые путешествуют по времени, и они забирают у нас энергию для того, чтобы телепортироваться в любой точке планеты, короче, и нам делать плохо. Так, мышка, мне не особо нравится, где можно ее настроить, если слышишь. У нас изначально вот этот дробовик, он бесконечный, или как это оружие называется. Броня, здоровье и патроны. Пипец. Какая же древняя раковина? Какая же древняя раковина? Сказочный долбак. Какая нахер раковина? Графика, блин. Короче, вот так это выглядит. Небо статичное. Вот так в свое время делали игры. Прикол этой игры то, что тут можно ломать объекты, стекла, фонари. Так, а вот первый некий монстр под названием Тупая личинка, блин, которая взяла и сдохла. Разорвав на кусочки. Да, тут еще расселенка есть и все это прочее. Вот так это выглядит все. Вот такой вот скорпион. Да. Блин, вспомни, блин, такая ностальгия, блин. Так. Это патроны. К чему именно, непонятно. Это аптечка. Ящики вроде ломать нельзя. Патроны. Патроны. Это, по-моему, к дробовику. А это не дробовик, а типа пистолета. Так, тут бочка у нас. Тут бочка. Ага. Музыки так таковой тут вообще нету. Здесь вот только всякая такая штука. Кстати, тут одна из первых игр, где появилась такая анимация листа вот так шевелящего на ветре. На самом деле. Как я знаю. Вот это некий ключ, чип, который что-то должен дать. А, вот тап это еще вот это. Точно, тап это... Странно, что проект тут не до конца показано. Ну, короче, тап это карта. Если ты заблудишься, то есть карта. Да. Все для нас. Так, ладно, давайте разберемся с постановкой. Я взял ключ-карту. Вот тут что-то, наверное, есть. Больше, по идее, можно ломать. Я думал, взорвется что-то, но в итоге это просто... Такая вот, такие странные взрывы таких больших бочек, да. Чтобы открыть это. Отличный перевод, чтобы открыть это. Чтобы открыть это, надо вот сюда нажать. А вот местный, сука, монстр. Который называется таймстрайкерами. Вот такие вот уроды. По 10 хп отнимают, ну да. Это я не знаю, что дает. Это аптечка. 20 хп дает аптечка местная. Даже звук слышно дождя прям. Серьезно. В помещении. Я этого раньше не замечал. У меня в наушник же игра, поэтому... Вот. Аптечки. Местный придурок, блин. Окей. В принципе, они тупые. Лёгкие. И все, в принципе, на этом. Лампу ломать приятно. Вот так вот. Вот в то время вот так делали в 1997 году игры. Реально прикольный этот звук. Лоу. Я что, патроны не взял? Я же вроде их взял. А? У меня типа полный боеприпас. Ладно. Надо, если суть, сохранимся. Тут автосохранения нету. Так эта игра настолько древняя. О, новый вид монстров. Вот эти есть таймстрайкеры, только теперь летающие. Просто на кусочки раздираем. Головы отрываются, вообще все, что только можно. А вот и дрободан. 50 патронов. Ну да, это максимальное количество. Перезарядки тут такого нету. Поэтому... Пипец, даже тут слышно дождь. Вот люблю лампы ломать, не знаю, просто так. Это прикольно выглядит.
Ломаем все яблоки. У яблоки, лампы. Челлендж, короче, игры, ломаем все яблоки. Нахи яблоки, лампы. Так. Тут у нас... закрыто. Ага, туда можно попасть. Окей, а тут чё? Дебилы. А ты чё, застрял? Ползёт куда-то непонятно куда, блин. Дурачок. А, они ещё стреляют ракетами, точно. Дебил. Иди ты нахрен, блин. Чё-то мне все... все эти ловлю. Местные. Да, моя задача, я помню, включить некие ветряные мельницы. Так, ладно. Ага. Эти бочки даже ничего не делают. Это же не взрывные бочки, похоже. Они вообще даже урон не отнимают никакой. Закрыто. Окей, что тут у нас-то? Тут закрыто. Угу. Ага, я обошел этот круг, чтобы пройти вот сюда. Закрыто. Закрыто. Ну, вот здесь вот эта дверь, по идее, ее надо открыть тут. Окей. Куда там дальше, сука, идти? Эти штуки, короче, не работают. Или они работают, не пойму. Нажал я эти кнопки, не нажал. Но звук такой, что они переключают что-то. Наверное, работают все-таки. Че у нас тут? А, я понял, типа, задание добраться до вот аптечки. Ну да. У меня аптечка не нужна, поэтому смысла туда идти я не вижу. Тут еще водичка такая, типа водички. Но плавать тут нельзя. Пипец, какие лабиринты. А, я обошел это место, я понял. Угу. А тут чё? А, в самое начало вернулся, я понял. Место вентилятор. Благо они тупые. Броня. Только ради этого я сюда пришел, ради брони. Ну ладно, окей. Тут получается просто был секрет. В виде брони. Так, не туда пошел. Лабиринты полноценные. Ну ладно. Но все-таки эти штуки переключаются. Просто анимации нет так такового переключения. Ну, вроде они должны переключаться на зеленый индикатор, вроде анимация должна быть. Но почему-то ее нету. Сюда, по идее? Нет. Бля, куда идти? Старая игрушка, я уже не понимаю, куда идти. Так, еще раз внимательно осматриваем все помещения. Это не работает. Это я открыл, хорошо. Тут заперто.
Тут переключатель, который я в прошлый раз нажал. Это не ломается, там ничего нету. Может, если тут что-то есть? Да, внимательно осмотримся, возможно, что-то пропустил. Что-то я ни хрена не вижу. Я уже запутал, что делать. Такие местные в противогазах, засранцы. Мне кажется, где-то пропустил переключатель, только не пойму понять где. Вот тут где-нибудь. Все, окей, если тебя вернешь в самое начало, возможно, что-то пропустил где-то. Блин, куда идти, блин? Где я пропустил или это бах? Я не заметил эту дверь, окей. Так, я понял. Дебил. Ну да. Вот переключатель. Без анимации, блин. Энергия включена. Сука. Куда полез, блин? Придурок. Вот это есть, кстати, ветряные мельницы. Их надо было включить, по идее. И по идее сюда должен попасть. Да. Только для частного персонала. Тут я помню, что-то сейчас будет вот тут. Слепой котенок. Легко вот так выглядывать, на самом деле. Они меня не видят. До свидания, блин. Даже стрельнуть не успевают, блин. Воу. Какие же вы дурачки. Угу. По идее, я что-то открыл. Ладно, тут ничего нету, хорошо. А вот, кстати, проход, да, открыл. Тут было закрыто. А вот это вроде конец.